наш с вами государственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Надежды Надеждиной. Если я не ошиблась, и это подарок от нас с вами, давайте подарим аплодисменты Людмиле Алексеевне. Спасибо вам большое за то, что вы так поддержали. Я вот только хочу спросить тех, кто будет танцевать, нам стол убрать или не надо? Переживем, да? Ну, хорошо. Пожалуйста. Итак, Государственный академический хореографический ансамбль «Березка», художественный руководитель, главный балетмейстер, народная артистка СССР, народная артистка Украины, кавалер орденов за заслуги перед Отечеством, профессор, академик Мира Кольцова. Пожалуйста. Thank you.
Кольцова здесь, чтобы ей прямо подарить. Ну, спасибо большое. Дорогие друзья, ну вот так прекрасно умеют выступать женщины. А что могут подарить мужчины Людмиле Алексеевне? Ну, тоже давайте от всех нас, потому что это подарок, который предложил Московский фонд мира. Ну, я хочу предложить Михаила Котлярова, солисту парижской гранд-опера, который специально приехал сюда. Это необыкновенный, его называют героический тенор России. Я приглашаю Михаила Котлярова. «Быть женщиной – великий шаг». Решил он исполнить вещь Пастернака. Будьте так добры. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогая юбилярша. Я хотел бы с огромным удовольствием присутствовать в этом зале. Очень рад выступать перед вами. И хотел бы спеть песню, которая была написана специально для вас, дорогая композитор, замечательная наша артистка. Эту песню написал мой друг Георгий Рогаченко на стихи великого поэта Бориса Пастернака «Быть женщиной – великий шаг». Благодарю.